Я вас всех приветствую, дорогие друзья. Мы с вами, как всегда, на MyCSGO. Хочу вам напомнить о своем личном промокоде DENERS, который дает вам плюс 35% пополнению. Именно вводите его сюда, после чего пишем сумму, например, 1000 рублей, пополняется на 1350. То есть плюс 350 рублей на халяву. 5000 пополняете, 1750. А если десятку закидываете, то уже 3500 на халяву. Не забывай активировать данный промокод. Я напоминаю то, что все ссылочки, как всегда, будут в закрепленном комментарии. Погнали смотреть видос. Ну что, друзья, мы с вами залетели на MyCSGO. У нас сегодня на балансе будет 11000. И попробуем сегодня выбить какие-нибудь прикольные скины. У меня, конечно, в приоритете обновить М-ку, калаш, юспик. Да, я думаю, все, тригана и какие-нибудь топовые выбить, дорогие, которые окупят этот баланс, который у нас сегодня есть. Напоминаю, промокод DENERS, не забывайте активировать DENERS. Именно плюс нажимаете, вводите и получаете себе плюс бонус. Сегодня у нас в ограниченной серии вышел новый кейсик, который всего лишь осталось 4000, даже меньше, 3252 кейса или 3152 кейса вот осталось. Если точно быть, видите, вот тут всего лишь двадцаточка. Бриллиант называется, вот так вот, вот он выполнен в таком бриллиантовом стиле. Террорист стоит с калашом в бриллиантовом тоже стилистике, и он его держит. Какие скины у нас здесь упадают? 3 пары перчаток, 3 пар ножей, топовые авики, калаши, эмки, юспы. Все здесь имеется, и это очень круто, что такой кейс есть, но он и стоит 3800. Ради контента давайте крутанем один кейсик, посмотрим, даст, не даст он сейчас. Но мы только зашли, сейчас только начинаем открывать, и есть варианты, что он не даст, потому что мы не подкрывали никаких кейсов. Какой-нибудь даст сейчас дешевый ган и все. Ну вот, чунтикань, смотря в каком качестве, 2100. Продаем, давай еще один откроем и уходим. У нас на балике 5500, сейчас пушка, ну вот, сэр падает, который стоит 2000, продаем. 7600, то есть у нас уже пока что в минус. Но нам, мы сюда вернемся, я вам обещаю, попытаемся набить себе балик. Давайте попробуем каким-нибудь еще посмотреть кейсы, есть ли здесь у нас новые. Так, в майнинг кейсах у нас новых нету, но мы сейчас туда тоже залетим. Так, в бонусных ютуберских нету, наших сборок тоже нету. Так, получается, один кейсик сейчас пока что имеется новый, который с новыми скинчанскими, который по-новому выглядит и по-новому выпадает. Окей, давай откроем мы с вами тогда сахара. Давайте откроем 3 раза по 3, 3 по 3. И получается, что 3. Короче, let's go. Пробуем что-нибудь путного, хорошего выбить. Так, 500 рублей всего лишь упадает. Окей. 2 М-ки, безлюдный космос и прощальный оскал 2100. Окей. Плюс чистыми где-то 500 рублей, потому что с того открытия выпало 500 с копейками. Открытие стоит косарь, поэтому тут плюс косарь. Чисто ганом плюс 500 рублей нормально. 1600 тоже плюс 500 рублей уже. То есть уже 1000 чистыми. Надеюсь, что сейчас нам что-то даст. Но очень дешево тут. Давай по-быстрому еще один разочек и уходим. Вот М-ка страш, может нормально стоит 1800. Кстати, мы уже тут нормально с сахаром в балик нафармили. 8400, было меньше. Так, давай, надо сейчас еще раз покрутим. Попробуем что-нибудь выбить. Блин, ну тут очень плохо. Да, 200 рублей всего лишь. Уф, поток информации. Вот это вот хорошо. Продаем. 10400 у нас на балике с вами есть. Идем обратно. Обратно куда? Правильно, в новый кейс 3800, который стоит. Два раза опять открываем. Два раза. Надеюсь, что-то сегодня мы отсюда выбьем. Я прям хочу. Поток информации. Трешку стоит он. 300. И раз быстро откроем. Санлю. Ну, 600 рублей. Давай еще раз. Третий раз быстро. Блин, а что так не везет-то? 1100. Давай ва-банк. 258 рублей всего лишь останется. Выстрел в голову. 1000 рублей. 1200. Блин, что-то это бриллиант. Новый кейс. Что-то меня прям душит по-жесткому. Мне 1200 всего лишь осталось. Погнали азимов тогда. Будем манить здесь. Азимов майнинг. Давай пытаться здесь что-то выбить путного. Давай. Потому что этот кейс никогда не подводит.
Так, по 250 пока что выбили. Надо какой-то топовый авик или БМ-ку. Блин, это топовый ган выбивать, продавать и идти опять сейчас бриллиант. Походу кто-то оттуда достал топовый скинчанский. И из-за этого ничего он и не дает, так сказать. Потому что уже сказали, хватит уже. Мы и так дали топовый ган с этого кейса. И еще и ты хочешь забрать, говорят тебе. Верно? Блин, 700 рублей. По 250 опять выпало. Надо отсюда, дорогой, или М-ку, либо Азимов, авик. Чтобы денег стоило, надо балик вернуть. Блин, 747 рублей. Давай, давай, давай. Давай по 90 упади сейчас, чтобы балик прибавился, 650 рублей стоит. И будет очень хорошо. Потому что балик заканчивается. Так, по 250, ну хоть так на пару открытий плюс. Давай, давай. Не знаю, я верю в этот кейс, я верю, я всегда в него верю и всегда всем... Так, Азимов калаш есть. Отлично. Так, уже 2700 балика. Так, блин, тут два гана не докатились. Блин, у меня есть прикольная идея. Погнали. Юсп. Два раза по 10. Он может тут и 3 юс подать, и 2, и 1, а может и ни одного. Ну как сейчас ни одного, да? А, один есть, отлично. 3700. Еще один есть, отлично, отлично. Так, 8, и надо еще один поймать. Ну, нет. Ну блин, только сейчас не отпусти меня, пожалуйста. До 8000 дошли. Дай сейчас один юсп, один. Я отсюда ухожу, правда. Дай мне один юсп. Отлично, один дал. Все, я ухожу, как и обещал. 8700 нафармили. И идем сейчас мы с вами обратно куда? В бриллиант кейс до конца. Я от него не отстану. Я хочу открывать. Вот. Вот так вот. Full инжектор за 8400. Мы его оставляем. 100%. Наконец-то я его добил. За 8,5, короче. Full инжектор. Вот данного кейса бриллианта. Наконец-то я тебя добил. Слава богу. Отлично, отлично. Выбили, достали мы его. Да потому что он реально не хотел выдавать. Он просто не хотел выдавать. Вот этот кейсик нас спас. Калашик дал. Но потом меня спас все-таки юспик. Юспик, all-in юсп. Хороший долган. Несколько юспов выпало. Это очень и очень круто. Так, давайте попробуем какой-нибудь калаш достать. Что думаете по этому поводу? Можно достать отсюда калашик? Будет круто. Хотя у меня калаш и так уже есть, поэтому давайте, не. Калашик отсюда не хочу. Так, 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 так. 1652. Вот так вот, let's go, ва-банк. Вот это кейс. Прикольный кейсик. Люблю его пооткрывать. Давай попробуем что-нибудь выбить отсюда. Полная. Ну, хотя не полная. Вот этот вот хайпербис нас спас, так сказать, почти там в пару рублей минус. Ой-ой-ой, тут хорошо может быть. Вот это вот хорошо. Дигл, золотой карп за 8200. За 8200. Данного кейса. X Gaming кейс. Давайте до конца вот до открываем просто. Раз. Мода падает. Отлично. X Gaming кейс. Отлично. И вот так all-in. Все, погнали смотреть, что мне выпало. Итак, друзья, мне выпало Full Injector АК-47 за 8457 и Desert Eagle Золотой Карп за 8200. Я считаю, что это очень круто. Общая сумма у нас получилась 16660 рублей. Я считаю, круто. Начинали балик с 11, выбили калаш, выбили дигл топовый. Кстати, в таком золотом цвете. Поэтому все ссылки будут закреплены в комментарии. Переходи, играй вместе со мной, промокод Денерс не забывай. И тестируй кейсики. Все, до новых видео. Пока-пока.